Здравствуйте, теплолюбивые. Что-то у нас давно не было новостей. Ну что, поехали. Я надеюсь, среди нас есть бывалые, которые смотрели предыдущие выпуски новостей. В тех выпусках мы экспериментировали с форматами уж очень по-разному. Если что, вдруг ссылка на них в описании. Ну и продолжаем экспериментировать с форматом. Сейчас, я думаю, интереснее будет не просто объявлять какие-то новости и... По сути, результатом всего этого будет короткий 3-4-минутный ролик. Сегодня мы посмотрим, что у нас произошло в сфере отопительного оборудования и немного обсудим это. Самую малость. Если такой ролик зайдет, мы сделаем это, ежемесячным. Ну или, скажем так, почти ежемесячным. Ну и первой новостью на сегодня будет то, что промышленная группа Royal Thermo объявила о перезапуске программы лояльности для монтажников под названием «Монтируй Royal Thermo». Для участия в данной программе нужно приобрести оборудование данной компании, зарегистрироваться на промо-сайте и зарегистрировать чек о покупке данного оборудования. Участник, который соберет больше всего баллов, и станет победителем. Главный приз в этой программе – автомобиль! Покопавшись на сайте компании, я не нашел более подробной информации, какие призы помимо автомобиля будут. По итогам этого года были также телевизор и много других фирменных подарков. Автомобиль был Lada 4x4. Я считаю, это неплохой вариант для монтажника. Представим. Новая застройка, нужно добраться до клиента, причем еще и загруженным материалами, оборудованием. Я думаю, отличный вариант. А то, что дизайн автомобиля не претерпевает никаких изменений, но это уже вопрос к АвтоВАЗу. В общем, что хотелось бы сказать про программы лояльности у всех производителей. Я считаю, это неплохой метод стимулирования как и монтажников, так и покупателей, поставщиков. В принципе, сейчас рыночные отношения, я думаю, это отличный вариант привлечь к себе клиентов. Ну и не за горами Aquatern Moscow 2020. Самое главное событие индустрии откроет свои двери для профессионалов отрасли с 11 по 14 февраля 2020 года. И мы там тоже будем. Более 770 производителей и поставщиков из 32 стран мира представят свое оборудование на самой крупной в России и странах Восточной Европы выставке оборудования для отопления и водоснабжения Aquatern Moscow. Что здесь хотелось бы сказать? Если у меня получится, в описании я оставлю промокод для бесплатной регистрации. Да не обидится тот бренд, у кого я его подрежу. Я с удовольствием жду вас там. Мы будем перемещаться по стендам, снимать какой-то материал. Если что, подходите, познакомимся, пообщаемся. В этом году выставка как-то не очень мне зашла. Но я думаю, в следующем году будет лучше. Насколько я знаю, будет больше именитых серьезных брендов. Ну и хотелось бы, конечно, не знаю, как все будет зависеть от времени, докопаться до каких-нибудь маленьких, но интересных производителей с какими-нибудь уникальными экземплярами оборудования. 14 декабря в Государственном Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония вручения ежегодной премии «Марка номер один» в России. В категории «Газовый котел» как вы думаете, кто стал победителем? Да, это компания Navien Rus. Что здесь хотелось бы сказать? Во-первых, я поздравляю компанию Navien.
Для них это, насколько я знаю, уже стало традицией, так как третий год подряд они получают этот титул. В прошлом году они первые в истории продали 1 000 000 котлов на территории Российской Федерации. И это был, ну скажем так, глобальный рекорд. А здесь, ну можно сказать, трехкратные чемпионы. Бренд растет, оборудование меняется. Я думаю, что качество уже на очень высоком уровне. Но здесь можно утверждать только, так сказать, пощупав руками. В моем регионе сейчас компания Navien представлена очень слабо. И поэтому за основными новинками я особо не слежу. Я вижу на сайте, в интернете, скажем так, что они выпускают. Но как это в эксплуатации, я пока не могу сказать. Еще хотелось бы сказать, в данной номинации марка номер один в России газовые котлы вместе с Navien участвовала еще два бренда. Какие бренды? Мне не удалось найти. Если кто-то знает, пишите в комментариях. И марка Navien набрала 52% голосов. Я считаю, это серьезный результат, которым они могут смело гордиться. Компания Lemax растет не по дням, а по часам. И уже 3 декабря было завершено строительство еще одного склада на территории завода. Данный склад позволит хранить около 5000 тонн металла для производства продукции этой компании. Мы были на заводе, видео об этом вы можете посмотреть по ссылочке в описании. Я считаю, что компания Lemax выходит на лидирующие строчки среди российских производителей, так как качество их оборудования на высоком уровне и постоянно улучшается. Я желаю еще больших побед, ну и надеюсь на плодотворное сотрудничество. Ну и какие же новости без компании Baxi? 12 декабря данной компании был отгружен 110-тысячный котел на территорию России. Это маленький шаг на всем отопительном рынке, но большой скачок для самой компании Baxi. Я вас от всей души поздравляю с этим достижением и надеюсь, к следующему 2021 году цифра будет 1 000 000. Компания БВТ в этом году отказалась от покупки новогодних подарков для партнеров и перевела сувенирный бюджет в фонд «Подари жизнь». Но здесь даже, по-моему, комментировать никак не стоит. Кстати, компания благодарит всех своих партнеров, которые поддержали их в данном мероприятии. Но и партнеры не останутся без подарков. Они получат виртуальные открытки с дополненной реальностью, которые, кстати, сделали подопечные фонда «Подари жизнь». Ну, что здесь сказать? Здесь без комментариев. Молодцы. Компания Grundfos исследует возможности аддитивной 3D-печати. За счет этого они хотят улучшить производство насосов, и оборудование, произведенное по данной технологии, должно превышать во многих показателях по качеству самые современные и самые технологичные аналоги. Насколько вы знаете, сейчас 3D-печать набирает очень большую популярность. Разработки в компании Grundfos ведутся еще с 80-х годов. И сейчас это уже переходит на, скажем так, массовое производство. С помощью данной печати можно выполнить настолько сложное оборудование с точностью до мельчайших размеров, которое невозможно было выполнить путем вытачивания или литья. Ну и, соответственно, качество данного оборудования будет на высочайшем уровне. Посмотрим. Я сам, скажем так, пользователь оборудования компании Grundfos. У меня установлены насосы Альфа-2. Я считаю, это отличное оборудование. Ну и, конечно же, хотелось бы пощупать. Я надеюсь, на Акватерме будут представлены какие-то образцы. Ну и, конечно же, мы расскажем об этом. Посмотрим, что это такое. Ну, в общем, ждем выставки Акватерм. Ну, в общем, как-то так у нас получилось сегодня с новостями. Я думаю, они были интересными. Обсуждаем все в комментариях.
Не забываем про это. Начинаем готовиться к встрече Нового года. Хотя уже не то, что начинаем, уже нужно его встречать. Ну и всем спасибо. До свидания.